мы первый раз принимаем участие в таких подобных мероприятиях. Нам было очень интересно пообщаться с конечными клиентами, потому что в итоге, конечно же, наше оборудование используется в вывесках для клиентов. Здесь как раз-таки много было конечных клиентов. Мы познакомились, получили прямые контакты более чем с 20 сетями. Для нас это большой плюс. Самое главное, что мы смогли понять, о чем эти клиенты думают, чтобы разговаривать с ними на одном языке. Потому что здесь в этом есть специфика определенная. Наша концепция не просто подставлять оборудование или там светотехнику, а именно решать проблемы клиентов. Вот. И, естественно, совместный стенд в этом сильно помогает, потому что мы экономим ресурсы организационные, финансовые. И это стенд является точкой притяжения для всех участников выставки. Естественно, это большие преимущества для нас. Естественно, на наших выставках, в которых мы обычно участвуем, конечных клиентов очень мало. Потому что, ну, а здесь много, потому что это их специализированная выставка. И мы постарались использовать эту возможность. Я считаю, очень хорошо у нас получилось для того, чтобы встретиться, пообщаться, познакомиться, именно установить прямые отношения. Ну, конечно, как любое мероприятие, важен комплекс. Тут уже все понятно, что подготовка. Нам, к сожалению, мы как бы в последний момент сюда вписались, и мы не смогли принять более активное участие в промоушене до мероприятия, о том, что мы здесь будем показывать. Это вот как раз-таки то, что в следующий раз надо корректировать. А так, действительно, когда мы берем, имеем возможность выступить перед аудиторией, рассказать, пусть вкратце, пусть основные моменты, потому что, естественно, темы большие, но мы стараемся это делать компактно, чтобы самая такая важная информация. Потом, да, люди, которые заинтересовались, имели возможность прийти к нам на стенд, пообщаться. Ну, а центр закупки, я вообще считаю, это какая-то такая уникальная история. И возможность вообще для всех прямую общаться, без всяких там каких-то бюрократических барьеров. Почему? Раз ты уже здесь, значит, ты работаешь. Значит, ты работаешь, значит, ты слушаешь. Если тебе задают правильные вопросы, ты на них отвечаешь. Важно только уметь задавать вопросы и слушать.